Юрия Башмета. Гранд Башмет, ученик ЦМШ, класс Галины Горчениновой. Композитор Бог. Вечное движение. Символическое название. Thank you.
Сейчас прозвучит венгерский танец номер 5 Брамса. И не случайно поставили эту музыку после фантазии «Не забудь» из списка Шиндлера, фильма о трагедии Холокоста. Причудливым образом эта светлая музыка Брамса как-то сочетается с этой трагической музыкой. И должен вам сказать, что Светлана Безродна и ее коллектив вынашивают идею создания такого музыкального спектакля о женском оркестре девчонки венского вальса, который существовал вопреки всему в Освенциме, и руководила им племянница Густава Малера. Брамс. Thank you.
удивительное оригинальное сочинение для виолончели, знаменитый гранд танго Астор Пиццола, король танго, посвятил маэстро Мстиславу Ростроповичу. Сейчас вы услышите это произведение в исполнении Вивальди оркестра, солист, лауреат международных конкурсов, один из наследников славы Ростроповича, Борис Андрианов.
Владимир Васильев, он был одним из первых, кто увидел и услышал Вивальди оркестр, то есть, по сути, даже, можно сказать, стал крестным отцом этого коллектива, и потому уместно, чтобы в качестве интерлюдии к его появлению прозвучала музыка, опять же, Нинарота Масейрас из кинофильма «Копполы. Крестный отец». Быстро летит время. 25 лет, причем чем дальше, тем все быстрее и быстрее, спираль закручивается. Мне кажется, что это было просто совсем недавно. И я вспоминаю Белорусский вокзал, там такая затхлая была маленькая, всеми брошенная, покинутая комната. Она раньше, очевидно, служила для предпросвещения, там были какие-то красные уголок, на бархатном, таком красного, даже не бархат, это плюш был красный, стоял в склепе, стояли колченогие стулья. И вот, когда Светлана позвала меня, говорит, мы здесь придумал, я одну, по-моему, очень интересную историю, идею, она будет тебе замечательной, слушай, может быть, поможет, что так, я хочу все-таки проверить, посоветоваться и так далее. Ну, конечно же, а что так? Я задумал ансамбль девочек, вот такой, у нас будут только женщины. Это будет со временем, стало явным, оркестр Вивальди. Но я пришел туда, сидели маленькие девочки, каких-то странных кофточках, каких-то юбочках непонятных. То есть это время-то все-таки 25 лет, да, вот быстро пролетело, другое совершенно какое-то было. И у всех, всех отвечало одно. Это были
такие настороженно и удивленные, и ищущие глаза. Это был взгляд вот в это неизвестное будущее. Все были едины в одном. Мы должны создать нечто такое, чего не было. И вот мы пошли обсуждение на том же костюме. Действительно, Господи, уебально. А может быть, монашек, может быть, вас всех надеть, знаете, такие сбитые такие глазами на нас здесь, вот мы тут уже дырочку пробудили, просто все в черном будете сидеть, и был замечательный. Да, вот все это напоминает уже, я не рисовал, да, вот, ну, дело-то не в этом оказалось. Мы говорили о многом, о том, каким должен быть репертуар, как это вообще все должно выстраиваться, потому что я не думал, что это надо, вот сколько будет, столько будет. Нужно было чем-то такое взволновать, чем-то породить Москву, которая привыкла к замечательным совершенно ансамблям, великолепным, виртуозным таким. Ну, вот. И я помню, что тогда мы все время говорили, мне, во всяком случае, мне бы очень хотелось, чтобы был разнообразный репертуар, чтобы все время у вас было что-то нечто новое, обязательно. И, конечно же, главное, должна звучать замечательная, красивая, удивительная музыка. И вот все 25 лет они это и делали. Девочки, я вас очень люблю. Просто вы для меня все дорогие. Вы знаете, говорили еще о том, что не надо бояться ничего. Да, будут ругать, что, а, вот посмотрите, они после этого взяли, вот, и, там, они докатились еще и до единорога, докатились. Слава Богу. Понимаете? И вот это разнообразие, оно не прекращается. Огромное количество концертов. И всегда зритель ждет. Может быть, что-то будет новенькое, что-то появится такое, чего мы раньше не слышали. Так вот, я вам хочу признаться, очень много из музыкального багажа мирового искусства я раньше не знал, не слышал. Благодаря вам я узнал это. Благодаря именно вам, оркестру Вивальди, я увидел, узнал, полюбил, услышал многих удивительных артистов. То есть семья, в которой мы тогда вот начинали, да, она все время живет. Есть свои, как в каждой семье, свои какие-то неудовольствия. Кто-то с кем-то поссорился, какие-то разные. Ну, прямо вот отравивают, разрывают, полного и все. Проходит время, опять что-то появляется, опять все объединились и все. Так вот, я хочу сказать, и знаете, сейчас сидел и думал, вот, слава, вы... Не, как вам сказать, вы не обделены, но вы не все время находитесь, вот знаете, так на верху вот этой самой славы, все говорят о том, что вот, а сейчас Юбая будет, наши знаменитые, награжденные, т.д. и т.п. Нет, они делают свое дело постоянно. И у меня, я вспомнил, у меня было такое стихотворение в свое время, в трубе, какие годы, привычка к славе охлаждается временем и чистолюбца. Когда ему несут на блюдце все, что душа его желает, но не рождает образы творец, их праздность вяло побеждает. И вот тогда им конец. Так вот я вам, девочки, я вам желаю не гнаться за славой. Будет прекрасно. Постоянно быть неудовольными, как вы всегда, не бываете недовольными. Самое главное – это здоровье. И для нас с вами, я думаю, что мне кажется, что слава для нас – это вот этот мир, который приходит на наши концерты, который ждет от нас, который благодарит нас. Это и есть слава. Когда спрашивают зубоанеги, словно билетика, вот что такое слава. И, ну что вам еще сказать? Самое приятное для меня сегодня, чтобы опять подтверждать. Все, что я говорю, я сейчас сижу, слушаю, думаю, какие молодцы. Вот так вот и продолжайте. И все, и больше ничего. А остальное вам больше.
Астора Пьяццолы «Медитанго». И тогда, в прошлом году и сейчас, партию бандонеона исполнит Дмитрий Коваленко. Точно на таком инструменте играл и сам автор, Астор Пьяццола. И за этим уникальным инструментом Дмитрий Коваленко летал в Буэнос-Айрес. Thank you.
Арцелло из его оперы «Танго Мария из Буэнос-Айреса». Оно известно обычно в вокальной версии, а нас ждет премьера инструментальной обработки этого танго. И кроме того, впервые на сцену выйдет ансамбль, собранный по инициативе заслуженного артиста России Сергея Безродного, составленный из солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Их объединяет название «Астер Арт». Участники этого коллектива – Сергей Безродный, фортепиано, Алексей Стрельников и Виталий Хандрас, скрипки, Антон Кулаков, альт, Александр Непомнящий, виолончель и Андрей Степин, контрабас. Ну и, конечно, в этом ансамбле есть солист, уже хорошо вам знакомый, народный артист России Григорий Ковалевский. На сей раз без контрабаса. Под музыку вивайте, бокалы наливайте,
чтобы за девчат прекрасных их осушить до дна. И не найти оркестра подобного, не найти оркестром подобного оркестра, да и сама светла, прекрасна, как весна. Так прокричи Вивальди, под музыку Вивальди, пусть четко, как по нотам, все в судьбах идет. Пусть жизни оркестровки звучат легко и ловко, пусть радуется сердце и душа поет. Одним словом, кому безродный, не мать, тому не мать, не отец. Все. Ну а сейчас небольшой релаксейшн. Либертанко, Астра Пиццола объединяет и Светлану Безродную с Вивальди оркестром, и виртуозов Москвы, простите, Астор Арт, и Дмитрия Коваленко, и, конечно же, Григория Ковалевского. Thank you.